Райнан. Не ставится. Почему? Потому что вот этот бьет. Территория уже занята, да. Значит, здесь можно без тотема. Ну, значит, да. А вот здесь, погоди. Бьет ли здесь тотем, проверим. Давай. Да, бьет. Ну, территория занята. Давай, ставь сюда лестницу, сейчас на второй этаж залезем. Не, ну тогда лестницу не сюда надо ставить, тогда лестницу вот надо вот ставить. Вот сюда вот, да. Кто-то бежит. Да слышишь, пусть... Не, не слышу, да и пусть бежит, что нам. Давай, хочу на это посмотреть, хочу вообще на второй этаж переехать от тебя. Ты будешь внизу жить, а я внизу. Ой, наверху вернее. Второй этаж — это виповские апартаменты. Сдавать это тогда кто будем. Кто еще? Я стопнул, попал. А не смогу топором разбить? Потому что хилсы нет на топоре, как и на стене. Это чё? Чё, вот такой подъем? Чё? Ну, охренеть, я думал, лестница будет. Ага, а, типа, как всегда. Ага, ща тебе. Бич лестница. В том-то и была проблема. Должны лестница, это какой-то подъем, крыша какая-то. И это вот так вот будет? Ну, здесь дверь максимум будет, вот в этом месте. Сюда вот можно дверь тащить. О, вот. Офигенский здесь. Слушай, я вот вижу... Вот здесь какие-то линии горят, а вот здесь, интересно, тотем действует вообще или нет у нас? Погоди. Проверь, что там что-то пикает. Нет, это уже не. Нет прав на постройку, нет прав на постройку. Значит, тотем действует. Уже действует. Фигат мы расширил помещение. Что у нас по доскам-то? Надо крыши делать. А там есть этот дерево. Могу себе бруски сделать сейчас. Доски, вернее. Да, доски сейчас понадобятся. Сейчас замучу. Так, досочки. Все истратить, да, на них? Я сейчас скажу, сколько мне надо, еще посчитаю. 40 есть уже. Я правильно хоть поставил. Вроде правильно. Могу еще крафтануть. Так, раз, 40. Нет, постой, на 20. 40 это 2 крыши. Раз, 2. Сейчас посчитаю, погоди. Ну, минимум 60. Так, окей. Так, крафт. Есть. 80. Ой, забыл вытащить из верстака их. Нет, у меня они. Забыл дерево вытащить. Убираю сюда. Иду к тебе. Это лестница. Блин, это не лестница. Какая-то байда. Это, наверное, для тачек делалось. Но других у меня предложений нету. А их там нет вариантов. Опля. На одну сколько надо вот эту плитку, ты сказал? 20. Офигеть. О. А может быть нам подъем сделать на третий этаж? Зачем? Окна поставим там. Каких окон? Здесь нету окон. Нету? Нету. Ну, бензопилу возьмем нахер, выпилим. Здесь есть, короче, только двери, несколько вариантов. Еще есть какая-то балка, я не знаю, что это. Балка-копалка. И вот надо здесь вообще водрузить дверь, но дверь стоит очень дофига. Дверь стоит, короче... А, ну, проем я могу здесь поставить, конечно. О. Вот. А вот сама дверь будет стоить 100 брусков. Сейчас посмотрю, сколько там у нас. Погоди. 100 единиц дерева. Хватит? У меня еще 25. Ну. Все, 120. Так, забираю. Да блин, заколебало. Сейчас дверь замутим. Ой, бородатый, слышь, я такой поворачиваюсь, а ты борода такая на полэкран твоя. Погоди, выкладываю это всякое, то, что нам сейчас не понадобится. Чтоб это не просрать, не дай бог. Так. И тотем тогда выкладываю. Клюша нам пока не нужен. Хера мне отбросила. Опля. Поднимаемся. Слушай, до сих пор меня такой молот не замутили, кстати. Да, потому что он до хрена ресурсов стоит. Хоть на твой собрали. С этим молотом надо, блин, очень аккуратным быть. Сколько раз я тогда, блин, ненароком не то ремуил. Им ткнешь и все, а если ресурсов нет, все попало, у тебя доступ в твой дом есть. Ну, я могу открывать двери. Все нормально.
Вот это помещение вообще не будем застраивать, оно у нас такое будет. Да. Сюда можно какие-нибудь предметы ставить. Да, мы здесь что-нибудь организуем потом. Слушай, а ты так и не нашел эти вот светильнички? Можно было по бокам сюда раскидать? Нашел, кстати. Много стоит что? Если ты принесешь жира, то я сделаю. Принесу. Не, они немного стоят, они стоят 40 жира, один светильник. Ага, у нас только, знаешь сколько, 27 только. Чего? Не может быть, ищи. Это гон. У нас за сотку жира. Не знаю, вот у меня 27 в этом лежало. Еще раз говорю, нет. 221, а только что сверху, вверх надо было промотать. Вот там. Вон чё бородач. Я как всегда слепой. Так. На, лови, последки отдам. Опля. Сейчас погоню, я посмотрю, куда воткнуть. Вот сюда. У нас строитель. Вот надо был по углам. Сюда светильник воткнул. Не, я не по углам, я хочу вот тут, вот так, для симметрии. Я сейчас на обучение-то хожу, знаешь, на какое мы? Какое? Школу дизайна, так что. О-о-о-о. Теперь у нас, понимаешь, не просто так. Вот сюда как... вот можно поставить еще, если хватит. Сюда. Чук-чук. Не, мы так много жира тратить не будем, у нас всего 60 осталось, а вон на топливо нужно. На бензин. На бензин, а с помощью бензина работает печка, ты же сказал, можно углем заправлять. Можно, но ты посмотри на уголь. У какая у угля температура плавки? Максимальная. Не загорается. А, не можно осветить в дневное время. Да. Вот посмотри, вот если ты на уголь наведешься, то тебе покажут, что максимальная температура, с которой может плавить уголь, если я не ошибаюсь, это 1200 градусов. Где это уголь-то? Ну он в этом посмотрел бы он. Даже 510 градусов. Уголь. 510, да. А теперь посмотри, сколько плавка у бензина в печке. Бензин. 900. Охренеть. То есть, плюс, чем больше температура, тем больше надо на металл. Уголь как... не может переплавить красный Короче, металл. Чем больше градусов, тем хорошо. Да. Пошли на улицу, пока денем. Погнали. Блин, сюда, кстати, тоже можно дверь поставить. Да мы сюда поставим обязательно, постарисов пока нет. Я с жиром, правда, ну ладно. Ну-ка, заценю. Опа. Видишь, что сделали? Что, нормальная тема, блин. Ну хоть не бич хаос сейчас. Это вообще какой-то убогий был. По местным меркам уже шикарная хата, блин. У нас соседей нету. Как тогда, помнишь? Кстати, мы сегодня встречаем крайне мало бичей, заметил? Да, а где они все? Интересно. Наверное, знаешь где? На берегу воюют, как всегда. Наверное, блин. Блин, как все-таки тачку-то тащить? Давай, садись, я попробую что-нибудь толкнуть как-нибудь. Сади, сиди. Смотри, где я сижу. Где? А ты как сюда залез? Здесь тоже сиденье стоит. Нихрена себе. Это типа ты такой, ты гонишь, а я с ружьем как бич. Ой, такой, я, знаешь, а я тоже сел. Это безумный Макс. Ни хрена себе. Короче, я встану сзади вот за этими колонками на крышу и буду лобать на гитаре. Да-да-да-да-да. Я видел фильм, я видел, да. Вот смотри, чтобы, наверное, здесь музыка что ли пела или что? Краска вот, бампера. Или чтобы ее завести, надо эти запчасти иметь. Я не знаю, вот вопрос, понимаешь? Вопрос, а как ее? Сюда прям к ней запчасти сюда притаскивать, что ли? Хер его знает. А что за отметины такие? Мне кажется, что это максимально то, что можно установить на тачку. Показывается. Так я сяду. Опля. Ты как будто на санках. Класс. Так, да. Короче, я еще пойдем туда, я еще видел сферу какую-то. Да мы не успеем, наверное, сейчас ночь скоро наступит. Ну, наступит, значит, будем возвращаться. Несколько раз нам повезло. Я хочу еще проверить светильники эти, как они будут ночью светить. РПГ-шная система, ты еще, наверное, не замечал градации качества вещей. Нет. То есть, например, если ты наведешься, смотри, вот наведи себе, скажем, на копье. Сейчас. Вижу.
У тебя написано что на компе справа? Обычное копье. Обычное копье предмет. Да, обычное копье. На лук то же самое у тебя написано. Копье, правильно? Лук, да. Стрелковое оружие, обычный лук. А вот у меня на луке написано, он выделен зеленым и написано необычный лук. Ну ты же его крафтил в верстаке. Да, он зеленый. Дальше идет синий, дальше идет желтый. Желтый самые крутые предметы, это не легендарные предметы. А зеленые это необычные предметы, а синие какие-то там крутые, уникальные. Самые крутые это, соответственно, золотые. Это уже эти, блин, легендарные предметы. Ага, понятно, понятно. Вот, и у каждой вещи, соответственно, так. Только единственное, конечно, обидно, что ты ничего... Кстати, копье у меня тоже необычное. Да у тебя все крутое, у меня вообще бич в лодке. У меня копье резное. Слушай, что-то мы далеко убежали, мы не успеем с тобой. Сколько у тебя копье дамажит по этим, по... Сейчас по... Посмотрю, погоди. По существам и по людям? 80 урона игроку, 50 существам. У меня 100-100. Ух, нихера себе, блатной. Ты слышишь, я говорю, мы не успеем назад возвратиться. Ну, сейчас посмотрим, погоди, да не плачь ты. Все будет нормально. Надо было хоть тогда взять запчастей на костер. С варганем по-быстрому стали. Ну, только сейчас с варганем что-нибудь. Бичи. Сдохнем, так сдохнем. Это у нас экскурсия. Главное не забыть, куда обратно идти. Да далеко, очень далеко. Так что сейчас найдем дерево, срубим его и забичуемся. А угля-то нету, правильно? Или есть? Зачем нам уголь? Деревом затопим. Точно. Забыли. О, смотри, столб. О, смотри, хата. Без проводов. Вижу. Это реально чья-то хата, что ли? Это нервяшка. Смотри, шкафами. Этим окружен. Да-да-да. Столбами, или как они называются? Смотри, да. Ой-ой. Ой, чувак. Вижу. С пушкой. Со стволом. Здорово. Здорово. Слушай, а здесь где-то здесь сфера, или мы уже не туда, блин, свернули? Нет, сфера вам сейчас, короче, обратно и направо по дороге. А. Обратно возвращаешься, на развилке направо и прямо херачишь. Понял, спасибо огромное. Чувак, покажи пушку, ни разу не видели. Интересно. Воу. М-ка. Прикольная. Воу! Прикольная тема. По-моему, птица упала. Давайте удачи вам. Спасибо, давай, спасибо, удачи. Удачи. Ни хрена себе пушка. Смотри, у него шляпа, желтые штаны. Он, походу, здесь живет. Как бой Мальбор, это, походу, дом-то его. Да, слушайте. И еще раз удивлен, нас снова не замочили. Очень странно, я бы завалил сразу. Вот почему тебе нельзя давать пушку. Блин, ямочка. Не, ну крутой чувак. Тоже хочу такую шляпу себе, ковбой. I wanna cowboy, baby. Блин, что-то мы с собой стрелы, наверное, не взяли, кстати. У меня, кстати, вообще по нулям. Я в него еще свалился с лука. Зачем, блин? Что ты ему хотел сделать? Не знаю. Шугануть. Развилки по дороге и направо. Где там развилка-то? Короче, нам нужно дерево, иначе мы сдохнем. Вон дерево справа. Готовиться к зиму, к этому. К ночи. К ночи, да. Слева есть камень. Не железо. Тут золотая. Охренеть, он реально нас не слил. Это как так-то? Я тоже сам из него когда проснулся. Добрый самаритянин. Самаритянин, да. Да. Слушай, он видишь, но он даже не боялся нас. Он даже не думал, что мы что-то попытаемся совершить. Глупое. Что нас бояться-то? Развилки и направо. А я такой поворачиваюсь, чувак с пушкой стоит, нихера себе, блин. Слушай, а направо для развилки и направо, это он нас ведет к этому. Это получается, мы мимо Артехи должны пройти. Да вот, мы уже дошли до нее, вон, смотри. О, красный металл, кстати, смотри. Опять эта херня вон, вертушка. Помнишь, мы здесь были? Да, мы мимо нее должны пройти. А домой нам в обратку, получается, по прямой. Ну да. Может, сюда зайдем еще? Может, что переснулось, нет? Слушай, у меня 90 секунд, надо в горы уходить, перекантоваться, короче. У нас есть на костер-то вообще? У нас ни хрена на костер нет, я сейчас сдохну. Я не знаю, ты рубил. Я одно дерево зарубил, а у нас нам еще нужно это, как его, кремень. Кремень, сейчас посмотрю. Железная руда, камень. Нету кремня у меня. Ну, так это я не сомневаюсь, блин. Да ты, давай, пошли. Подохнем.
Я-то сдохну быстрее, потому что у меня 54 секунды, все. У меня 6 минут. Я тоже сдохну. Бегу в поле за ресурсами, за любыми. Вон там я дерево вижу. Надо, короче, кремниевый камень, зеленый камень нам найти. Понял. Тогда по-быстрому. По-быстрому не получится. У нас жрачки нету. Вообще ничего нету. Жир только в дом свистнул, и все. Так, еще дерево теперь есть. Зеленый камень, давай. Еще одно дерево, зеленый камень. Что-то светило. Вроде вижу зеленый камень, погоди. Блин, что-то подсвечивалось. Да мне все равно. Кто там моргает? Там не моргало, чтобы там не моргало, блин, железо я сейчас сдох. Вижу. Иду. Начинает так. Бить, меня начинает бить. Понял. Зеленый? Да, но я не знаю, хватит мне на костер или нет. Костер. Не хватит. Мне нужно 5. А у тебя? А у меня 3. Кабан. Начинаю дохнуть. Дерево. Жестко, причем начинаю дохнуть. Это не этот камень, походу. Не вижу ничего. Одни деревья валяются. Уголь, камень, янтарь. Железо, не то. Дерево. Не то. Там с луками кто-то стреляет. Да насрать! Я раньше, чем с луком сдохну. Лучше он пусть он меня застрелит, чем я от переохлаждения сдохну. Все. Вилла тебе. Потом мне, 2 минуты осталось. Тебе тоже вилла, да. Зеленый нашел. Я не успею, даже если сейчас ты его срубишь. Срубил. А где ты находишься? Возвращаюсь. Где? Туда, где ты срубил первый. Не вижу никого. Не вижу тебя. Я потому что далеко отбежал. Ну тогда мне пизда. 84 секунды у меня. А тебе пизда из-за того, что у тебя просто только дерева не будет, сколько нужно. А я у тебя его возьму. Ага, ты меня хрен найдешь. Все, я сдох. Не вижу. 35 хп. Не вижу тебя. Не найдемся. Не найдемся. А у меня ресурсов уже дохуя было. Не-а. До свидос. До свидос, херли. А ну кабан еще он ползет. Не-а. Так что, господа, когда идете куда-нибудь далеко, берите с собой костер из дома. Слушай, я понадеялся на тебя, ты не забоялся. Я говорю, не успеем, ты говоришь, успеем. Ну, если бы ты ресы тоже пособирал по пути, то мы бы успели. А ладно, зато чувака увидели с ружьем, с автоматом. Интересно. Я сейчас тоже сдохну, 23 секунды, я не знаю, куда бежать. Я не добегу, и боюсь, здесь темно, и полный пукан говна. Не мог определиться, куда выходить, погоди. В какую сторону? В каком тотеме я риснулся? В какую сторону мне выходить? Кабанов помочу тогда, все равно хп мало. Останется у меня. Бля, я у входа риснулся, пипец. Все, гипертемия у меня долбит. Ну, это правильно. Вообще жестко. Интересно, в каком тотеме ты риснешься, пока не застраиваю на всякий случай. Не-не-не, у меня сейчас половина хп осталось, погоди. Сейчас сдохну. Мне так. Берите с собой костер. Надо не костер, надо, наверное, с собой яму, блин, таскать. Там он чувак какой-то рубит, попробуем с лук солью. Зачем, блин? Он потом тебя увидит, когда ты побежишь к Артехе, будет тебя лить. Запомнит. 36 хп. Давай, родной. Закончились боеприпасы. Слил. Нахер. Все. Кошечка плюется в меня кислотой. Нихера у него глаза зеленые. Охренеть. Нихрена себе. Очково. Прям на меня напало. Думаю, сейчас с экрана вылезет. 17 секунд. О, все. Сдохни уже, а. Пиздец, коту Ваське. Сейчас рисуюсь. В каком антеме? Не знаю, может в каком... Кто-то мне там по башке еще стукнул напоследок. Такс. Я... Так, тут все застроено. Ну сиди, значит, пока там у меня нет металла, чтобы тебя освободить. Уии, выпусти меня! Это я с какой стороны риснулся? В первом антеме или нет? Нет, да, в первом. А я во втором. В чем смысл, какой рандомный хер, блин,
в этом участвует, я не понимаю. Охренеть. В чем, короче, почему он, каким образом он выбирает в каком-то тотеме респится? Потому что я появился в том, сломал стенку, теперь у нас две сломанных стенки будут, блин. И обе эти стенки надо застраивать. А если бы ты здесь рестался, ты бы как стену сломал? В смысле, у меня молот с собой. Ну там ресурс нужен, для, чтобы сломать или нет? Нет. А, нет, тогда ладно. Хорош, выпускай меня давай. Выходи. О, давай. На свободу с чистой совестью. Блин, весь дом переколошматил. Из-за тебя. Из-за тебя. Ладно, пойду сейчас светильники зажгу. Хочу посмотреть. Что-то я не запрыгну. Че, маленький ростом что стал? Опа, ну-ка. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Готово. Ни хрена тут как светло. Иди зайди, посмотри. Сейчас зайду, погоди, я. Вообще нам... шикардос. Беру это как вот. С собой на следующий поход этих. Кстати, возьму с собой стрел. Костер бери. 25 стрел, взял костер и уголь. Да, и у тебя там что-то упало еще. Не знаю, что упало, не видел ничего. О. Светло, да? Смотри, сейчас еще дверь закрою. Давай, танцуй. Сусанин, танцуй. Давай, детка, танцуй. Двигай булками. Цыпочка. Дупа. I want a cowboy, baby. Слушай, не, мне тоже нужно вот это делать, но при ковбойской шляпе. На тебе, чувак, смотри. Бум-бум-бум-бум-бум, почувствуй силу. Молодой подаван. Да. Ты что там, чайку? Смотри, я могу еще вертеться, смотри. Ну-ка. Да. О, да, о, да, детка. Да, я всех. Воу-воу-воу. Все танцуют. О, да. Вот тебе, на, на, я в глаз тебе тыкну. Получи. Получи. Так, слушай, сейчас мы, короче, давай, я юзаю танец, смотри, а ты так, юзай, а юзай передо мной сдачу. Вот так вот? Подходи, подходи, да, подходи. А он на колени садится разве не будет? А, на колени, не знаю, ну-ка, погоди. Стой, 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 стой. На колени, вот, сдача, давай. Сдача, давай, сейчас. Так, чё за хрень, блин? Пошел ты! Пошел ты! Ты что, меня типа накатил, что ли? С рюкзаком прям. На топор есть большой, мужик. Есть большой топор. Тебе не жить. А у меня это... иридиумный хрен. Из металла, что ли? Ага, из иридиума. Из красного. Все, утро. Ну чё, он такой вот веселый... Минутки мы заканчиваем наше выживание. Это было очень весело. Ставьте лайки, поддерживайте наш беспредел, наш упор и видюхи. Ждите продолжения. Пока. Да, есть, сэр. Да. До свидания. The best of the best. Смотри, я могу так бегать, смотри. Вижу, все хорошее, так упор, это и больно. Пока.